Представляем вашему вниманию новую нашу тоже разработку. Было взято стекло. На стекло было помещено частицы каленого разбитого стекла, и все вместе это было заплавлено. Вот что получилось. И потом мы покрыли своим фирменным влагостойким золотым напылением. Вот так оно получилось. Получается, крошка сама стекольная стала выпуклая. А с другой стороны, получается, она вплавилась в зеркало, в стекло. И выглядит вот так вот. Давайте так лучше будет для видео. То есть это одна сторона, гладенькая полностью. И вот такая вот. Вот где стекло. Вот стекло. И в такую же толщину стекла, это шестерка, в такую же толщину стекла была положена каленая шестерка. Тоже стекло крошки. То есть очень получилось хорошо, красиво. Вот новый декор. Вот он так выглядит сбоку. Вот так выглядит. Как будто камешки золотые застыли на глянцевой золотой поверхности.